Фух, ну чё, погнали. Когда-то это должно было произойти. Я как теперь спортсмен. Вот. Все мои пёсели, кстати, дрыхнут. Здоров, собаки! Короче, иду потренироваться в дождь. Ну, потому что по расписанию я сейчас должен идти тренироваться. А чё в этом такого? Я думаю, я дойду тут, не знаю, минут 5, наверное. Вот. Посмотрю, какие будут впечатления. К счастью, мой спортзал открыт. Блин, я только подумал, что если тут будут сидушки мокрые, это будет, конечно, не фантастически. Нет? Ну, чуть-чуть. А тут... А, видно, в стык попадает. Да нет, а, блин, вот это мокрое. Ну, не знаю, ну, сейчас протрем, подумаешь. А я подумал, если будет этот дождь сильнее, то, в принципе, можно сюда на тачке доезжать. Тут там место для парковки полно. Конечно, мне больше нравится под солнцем греться. Ну, ничего. Ну, можно я не буду участвовать в соревновании? Где угодно можно сидеть? Да. Ну, слушай, давайте вот, к одному дереву подошли, обобрали. По второму подошли, обобрали. Не так, чтобы они собрали, а наверху осталось. Хорошо. Вова решил на Новый год это, в больницу не отъехать. Дерево как-то после подъема на него волны, кому он вместе с Вовой. Я тебе и так сделаю, не мешай. Ну, нужно просто про один наклон, короче, и показать. Ну, хватит, давай. Друзья, как известно, театрал приехал вот посмотреть спектакль, да, иммерсивный спектакль будут давать в усадьбе. О, вспомнил, в усадьбе. Двигаем с вами в усадьбу. Сейчас покажу, надеюсь, там можно будет что-нибудь поснимать чуть-чуть. Так, вот это заведенице. Сейчас мы с вами пойдем внутрь. Я тут уже был, приходил покупать билеты. Вот, там очень угарно. Thank you.
должен оказаться в другом месте. Мне кажется, что человек может как-то своим мозгом расшириться, он же задействован не все нейроны в голове. Кого коснулось? Прям скажу, было странновато, а? Но вот вы будете смотреть, да, вам может показаться, что типа интересно. Начало действительно интересно, когда заходишь, они там все вот в этой пленке садовой, то есть шоу,
огороде. Вот навыки, короче, работы с садовой пленкой. А дальше? Ну так. Да. Ну не знаю, не, ну как бы с учетом того, что я не ходил никуда где-то год или полтора, то в целом это, конечно, было весело. И, в принципе, недорого, то есть там 30 лари, это типа 1000 рублей, ну, как бы, нормик. Финал, допустим, никто не понял, то есть люди стояли и ждали, как бы это просто какая-то смена сцен или все. Хорошо, они через 15 минут вышли, типа, на поклон. Ну вот, но странно, конечно. Не сказать, что я в восторге, вот, но время провел хорошо, конечно.